Значит, какие преимущества для пациента, какие для хирурга? Для хирурга это новый этап развития. Для хирурга это скорость операции. Для хирурга это большая надежность. Во многих случаях это дополнительные возможности, которые не дают никакие другие способы фиксации. Например, возможность сразу же во время операции что-то подправить, доделать, улучшить, если это нужно. Это уникальность пигментинов, например, дамба. Для хирурга также это возможность избежать каких-то дополнительных ненужных манипуляций по извлечению каких-то фиксационных материалов. Например, выкручивание шурупов надо производить, а эндотин не надо, его поставил, забыл, и он, выполнив свою миссию, он рассосался. Для пациентов это тоже ряд преимуществ. Ну, во-первых, они получают лучшее из того, что есть на сегодняшний день пластической хирургии. Во-вторых, это сокращает скорость, во-вторых, это сокращает время операции. Это очень важно для пациента, поскольку травматичность зачастую ниже при установке имплантата, и восстановительный период протекает легче. Для некоторых форм использования эндотинного лифтинга, если можно так сказать, это тоже дополнительные уникальные возможности подтяжки, которые невозможны другими.